Я начинаю свой обзор автомобиля Volkswagen Touareg 2010 года выпуска. Демонстрирую внешний экстерьер кузова. Машина несколько подзапылена, но она абсолютно, у нее абсолютно чистый кузов. Естественно, кузов без помятин, без царапин, здесь всего приведен абсолютно свежее состояние за счет того, что машина прошла полировку и было нанесено. Демонстрирую интерьер автомобиля внутри. Вот, к сожалению, камера как снимает, так снимает. К тому же в яркую солнечную погоду очень тяжело снимать внутри салона. Салон становится каким-то мало отчетливым. Коврики лежат 3D. Можно включить автомобиль, чтобы посмотреть, как, что горит на панельный прибор. Вот мы видим, что никаких сигналов или ошибок не выдает машина, естественно, потому что она в отличном состоянии. Я заехал в тенечек и решил показать тот же самый салон, но только не при ярком свете солнца, а в теньке. Итак, как вы видите, работает двигатель, работает компьютер, работает штатная магнитола, она же DVD. Движение, кстати, она не выключается. Выключается изображение для того, чтобы не отвлекался водитель на экран, но есть пути обхода. Это салон сзади. Не знаю, будет хватать ли света или нет. Здесь для того, чтобы полностью и хорошо показать картинку. Ну, наверное, нет. На улице ярко, солнечно, но в машине все равно такой небольшой тенек. Я сейчас выйду, и будет лучше видно. Аккуратненькие сиденья. Все регулировки электронные, память на трех человек. В кармашках у меня никогда не было никакого мусора, только салфетки, которые могут понадобиться в пути. Кто-то как-то попросил опустить вот это стекло и продемонстрирует, работает ли свет. Да, свет работает. Как ни странно, с той пассажирской стороны тоже. Почему ему не работать, собственно?